все нормально. Здорово, коротая дела. Да, нормально. Жив, здоров, самое главное. Игра не идет просто максимально, ничего страшного. Пройдет. Ничего себе, стволов здесь насыпало. Никого нет? Понял. Будет умно, ему наебало вообще спрыгнуть. Он не в это, да, занюхал? В это? А звука нет. Блять, ладно, похуй. Может, не услышал. Я жду рубрику с двусами, так ты ж не сапка разница. Надо, знаете что? Надо мини 14 забрать, короче. Пригодится. И вот реддоте какой-нибудь бы тоже пригодился. Всем спасибо. Чем? Ну-ка, а я увижу. А я под denial. Сейчас тогда надо и второго подзабрать по факту, пока он не ушел. Может, у него икса какая-нибудь есть. Под флешечку чет. Блин, мне надо с мини учиться играть, надо мини взять. Слар, конечно, получше, но не в этот раз, наверное. Как думаешь, если за 1000 часов так не научился играть, можно ли сказать, что чел рукожоп? Братан, я не знаю, это какой-то странный вопрос. Да, блять, если человек не хочет учиться играть, то почему рукожоп-то? Я не знаю, братан, это очень странный вопрос. Что значит рукожоп? Что там такое? Так, красную цвету я не беру. Кто-то типа, ну, просто играет ради удовольствия, кто-то играет ради победы, кто-то играет паблики онли. Играют, не знаю, компетитив. Ну, то есть, что? Можно играть, уметь паблики и все. Но, типа, в пабликах меня могут вынести, ну, любой человек вообще. В компетитиве моя игра, она настолько отличается от того, что происходит сейчас, что я даже, ну, не знаю, как это, ну, это даже, ну, не соизмерить вообще никак. User joined your channel. Ну, так вот. Привет, Дэвид. Здорово, братик. Ты очень долго, чувак. Че? Очень долго. Че долго? Ну, тебя ждал, долго ждал. Да нет, блядь. В что? России не умеют привозить товар вовремя, блядь. Ну? Да ты че, товар, что ли, блядь, а да? Че за хрень? Доставка дерьма хуже, чем игра дерьма, блядь. Официально ты заявляешь. Игра, кстати, очень хорошая. О, подожди, чувак, вижу. Два, там лаки. Перекинул, наверное, нормально. Ну,
Стелить у меня фраги, это не самое приятное, что есть на свете. Че, я доиграю, который ли пойдем, хорошо? Да, конечно. Жирненький чел, жирненький. Ничего себе, такое ощущение, где там маленький птеродактиль был только что. Ну, странно, что здесь я прыгнул, типа, на анимация есть. После прыжка там не было. Стол песню. Нету. Maybe не он. Сколько надо-то? Давай, давай. Кажись. Пиздец, 4 пуля. Потом. Здорово, Макс. Ну, один хп остался. Я ему ебало долетел, он не умер. Один хп остался. Ладно. Чего? Кажу себя не вовремя. Не хилился, что ли? Где можно посетить момент парочку здесь по жизни? О, секунду. Либо ладно, залетело все.
Миника очень вертикальная дача кончена. Не знаю, почему такая большая. Без дула, типа, не круто. Единственная пуля, которая влетела в ебучку. Чем ты уже он? Я тебя убил или что? Я не don't understand. Что-то многовато бустов не находится, что-то. Здорово, Сань, как ты долго еще стримить собираешься? Ну да. Еще часа два, думаю, будет точно. Надо разыграться, я как чмо... Блять, на точку взорвали. Я как чмо ебаная игра, надо нормально поиграть. Был седьмой флагом, по-моему. Жизнь, привет. Нормально уже.
Угу. У меня стоит тачка, сломано стекло. А, людей я здесь не вижу, интересно. Шли это что-то было давно. Все, я наигрался. Я не знаю, я сейчас просто могу пойти куда-нибудь сходить отдохнуть, блядь, не знаю. Можно мне, пожалуйста, внутривенно, блядь, что-нибудь? Я не знаю, просто это, блядь, ну, это пизда какая-то, нахуй. Что за человек? Анчоус? Да, я жив, если что еще. Просто максимальная хуйня произошла. Да, один пиздох. Ну, я... Ну, у меня хп не осталось, типа, один... Там, меньше 11 хп было. Я, типа, ну, минус сердце. Ну, по факту я отъехал реально, блядь, в жизни. Вот лодка плывет, кстати, тоже, да, очень интересная информация, блядь, пиздец, какая охуенная информация. Я еще не успею, блядь, ее пострелять по ней, потому что... Потому что там чел гений, который на лодке. Ой, бля, ладно, разумеется. Очень умный чел, видимо, какой-то там экспериментирует, может быть, с пабги. Меня, наверное, начало кидать просто, ну, типа, к челам, которые не самые сильные. А самых сильных меня нахуярили просто, как собака последняя. Очевидно. Ты нам стреляет? Куда че, вырвались что ли? О, его убили. Стоящим пасть не могу, зато по бегущему попадаю. Понял. Это труп. К сожалению. Дрова с киви. Ладно, я подожду, мне типа, не особо. Усложнил сам себе таргет, поэтому его убил. Клоус. По-моему, это тот чел, который был в плаще, помните? С Корнетиэйтом. Кстати, что у него за ствол был? Да, да, это он. Это вот отсюда чел. Ну, давайте на сосниву тогда. Мы же начнем ехать тихонько.
А, в кузове чел лежит, на кроссовке поворачивается. В кузове никого нет, только чамп. На мост никто не кемпает, кроме меня. Давид, очень интересные звуки у тебя, странные. Например? Ну, я такое ощущение, как будто ты точишь свой меч. Серьезно? Угу. Такой вот, я сначала подумал, что это я, что это новые звуки в пабге, когда я стою на чем-то, да, там хожу. А это типа ты там рофлишь. Вроде никого не будет. Хотя за зоной, знаете, частенько катаются всякие чулы. О. Вот новый звук, да. Что естественно, то не сверхъестественно говорится. Без тебя на сердце пусто. Это я знаю, брат. Особенно Кащи... когда это... Каточка на сосночке заканчивается. Взорвало, блядь. Помните, да, что я говорил насчет? Ты больше любишь СКС или мини, а СКС мини моя самая нелюбимая ДМРка. Я поэтому с ней еще с больше, ну, пытаюсь играть, потому что я плохо играю с ней. Может быть, полюблю ее, наверное. Не буду я БР браться. Нужно Т3 чела наспотать и убить. Это здесь должен быть впереди у меня. Че это было, блять? Я не знаю, чат. Помогите, пожалуйста. Я его заметил, я сделал вид, что я его не заметил. Чтобы он по мне не начал стрелять, я его убил. Что за хуйня? Это же пиздец какой-то. Этот каску первым шотом дал. Она хоть зона приемлемая. Че это за хуйня реально какая-то? С моей стороны, скорее всего, никого больше не осталось. Остались только сосновка и все, ну и гора. Вот это вряд ли. Вот здесь, наверное, вот здесь вот могут быть люди.
А вот и он. Я ему даже не в голову дал, почему он не пикнул еще раз меня. Прыгнул. Типа наверху еще чел есть? Я хочу новый ранг побыстрее. Больше мотивации. Изучить карту. О, и дома. Я больше всего боюсь, у меня отсюда с желтой продав. Мы все знаем. Вижу даже его сквозь стенку он лежит. Челит. Ну все, мне похуй на него. Надо левого убить. Это мне ничего не сделает. Сам ошибся, не мой. Я тебя сейчас разъебу, блядь, ты нахуй. Чё? Ты рэди? Нет, я жучу. Заебёшь, блядь. Так. Они меня заебут, блядь. Я сейчас так разъебу, чувак, блядь. Какое из деревьев? Правое или левое? Да, узнаем, блядь. Видел. Наконец-то, блядь. Я хоть что-то сделал в этой ебаной жизни. Мега изи.